Ну, наконец-таки моя работа закончилась. Ё-моё, как же я хочу спать. Ё-моё, я даже есть не буду. Сразу завалюсь спать. Чё? Чё за говно? Это мне совсем не нравится. Что это такое? Какого хрена выбило стекло? Что? О, чёрт, нет! Что? Нет, нет! Это землетрясение? Блин, что будем делать? Ты на приколе? Ты же сам меня позвал. Вот и предлагаю, что делать. Я предлагаю сходить в заброшку. А это точно безопасная идея? Ты чё ссышь-то, а? Я заброшка-эксперт. Я всё знаю заброшку. Заброшка-эксперт? Хм. Правильнее будет эксперт по заброшкам. Да пофиг, короче, ну, эксперт по заброшкам. Да и тем более, здесь заброшка одна недалеко. Она очень интересная и достаточно привлекательная. Как могут заброшки быть привлекательны? Этого тебе не понять. Ладно, ладно, говорил, пойдем. Ну что же, уважаемый заброшка-эксперт, где же находится ваша заброшка? Находится она примерно вот там. Пойдем до нее. Ай, ё-моё, что за бред? Чёрт, это живой? Ну так чё ты мне хотел показать-то? Я хочу тебе показать мою машину, которая находится сзади меня. О, прикольная вещь. А, чёрт! Ё-моё, что это такое? Какие-то толчки земли, я не знаю. Ё-моё, толчки земли. Блин, ладно, давай, наверное, поедем отсюда. Ну ладно. Серьезно, какая-то странная фигня, блин. Даже машина содрогнулась. Не знаю, не знаю. А, чёрт! Ё-моё! Тёма, тихо, тихо, я упал. Чёрт. Быстрее в машину. Так, что за бред? Быстрее, давай, землетрясение. Ладно, ладно, всё, я понял. Сейчас до бункера доедем. Вот что же, вот, получается бункер. А ты точно уверен, что это безопасно? Да, конечно. Он полностью металлический. Это, конечно, всё хорошо, но он пустой. Что же мы здесь будем вообще кушать? Что же мы здесь будем смотреть? Да это не важно. Кушать у меня в машине есть. Но на чем спать-то? Это даже не знаю. Ну, можно подушку с машины притащить и поспать. Я же говорил, что это говно небезопасное. Ё-моё. Тихо, тихо, аккуратно. Аккуратно. Выползти надо. Чёрт, всё, здесь тупик. Нет, не тупик, можно здесь как-то. Чёрт. Так. Ё-моё, нет, нет, нужно позвонить спасателям быстрее. Так. Так. Алло, здравствуйте, приезжайте в поселок городского типа Мелон. По трассе 508, здесь, короче, за ворот есть такой, здесь первый домик, здесь, короче, землетрясение, блин, все порушилось здесь. Мой друг под завалами, я его не способен вытащить. Хорошо, мы сейчас приедем. Ждите, главное, не паникуйте. Как здесь не паниковать? Блин, сбросили. Как здесь не паниковать, ё-моё. Моя рука, ё-моё, она вообще держится на соплях. Ну что же, все, мы приехали. Да. Ё-моё, вот и завалы. Капец, смотри, запаска лежит. Машины, наверное. Ага. Ё-моё, нифига себе, вся сдутая, конечно. Это
запаска от УАЗика. Ага, я понял. Так, но это не самое главное. Самое главное, нам нужно сейчас вытащить людей из-под завала. Нам отсюда звонили, поэтому здесь 100% кто-то есть живой. Так, вот первая кровь. Ага. Вот и крыша. Да уж, конечно. Ё-моё, запах какого-то масла, блин, горючего, блин, от машины, наверное. Фу, да, я тоже это чувствую, наверное, там масло текёт. Ага. Так. А, ё-моё, это какие-то горки здесь, как по ним вообще залезть можно? А, ё-моё. И так, и... Опа. Опа. О! Фу, здесь машина горит. Ну, точнее, не горит, а дымит. У него колеса нету. Дверь вон вся. Короче, это ихняя машина, наверное. Так. А, смотри, здесь кто-то лежит. Ё-моё. Так, у него пульс есть? Так. Да, пульс есть. А? Спасатели. Ё-моё. Я ничего не помню, как здесь оказался. Ну, где моя машина? Ваша машина? Ваша машина, она, ну... Немного помялась. А где мой друг? А вашего друга мы пока не нашли, но вам сейчас не нужно нервничать, мы вас сейчас положим в машину. Короче, слушайте, мы сейчас вас ложим в машину, едем в другой город, там расположена больница. За вашим состоянием будут смотреть врачи. Вот. И вы будете в безопасности, потому что никакого там землетрясения, надеюсь, не будет. А теперь идемте в машину. Хорошо. Ну что же, все, он в машине, теперь нужно разгребать эти завалы. Давайте я помогу. И раз, и два, и три. Опа! Уху-ху-ху-ху, ё-моё, а это уже мертвый человек. Я сейчас звоню скорой, чтобы, получается, она его забрала в морг, я смотрела. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это скорая, что случилось? Приедьте, получается, в поселок городского типа Мелон. Вот прям трасса, как она, по-моему, называется, R500 какая-то там, да, вот. По ней, получается, сюда приедете, здесь домик такой стоит, и здесь разрушение у него. Ну, как разрушение? Землетрясение здесь было. Но, походу, сейчас оно уже кончилось. Чёрт, землетрясение! Да, приезжайте, пожалуйста. Хорошо, мы поняли, как сможем быстрее приедем. Да, все, нужно валить отсюда. Ну, как ты там? Все нормально, но голова болит. Все, потерпи, мы сейчас едем в другой город, в больницу. Ну что же, все, я пришел один. Так. Пришел с пешком, потому что машина сломалась. Вот, не очень далеко здесь, тем более. Так. Завалы. И здесь сказали мне, какой-то труп лежит. Давайте его сейчас осмотрим. И вот этот труп. Офигеть, конечно. Ну что же могу сказать, получается, у него сломано все вообще, да, и позвоночники, и так далее, и руки тем более, вот. У него нету, получается, куска головы, это очень ужасно, у него, получается, одна часть головы начинает гнить, она цвета йода, знаете, такого темно-зеленого, вот. Ноги все переломаны, поэтому сейчас я, получается, скреплю его и повезем его. Так, ну чтобы удостовериться, да, он мертвый. Так, скрепляем, наверное, ему позвоночник. И раз, и два. И немножечко голову замотаем вот таким образом. Все. Нафига ты мне ту маску одел? Это чтобы мяч в голову не прилетел. Так, и раз. Ну, молодец, мяч выкинул. Сейчас тебе покажу. И раз. Ай, ё-моё. И раз. Да ё-моё, штанга, да как так-то, а? Да ё-моё. Чёрт, что это такое, землетрясение? Чёрт, а? Так, ну что же, прошли примерно сутки с момента окончания землетрясения, и мне осталось, получается, проверить последний домик. К сожалению, весь поселок городского типа Мелон
полностью весь разрушен. Разрушены, получается, все дома. Получается, население этого городка чуть больше 200 меланов, а погибло 180. Получается, 20 меланов живы из 200. Это очень плохой результат. Как я говорил ранее, все дома разрушены. Очень жалко, вот, конечно. Руины от них остались. И мне нужно, получается, сейчас пройти в дом. Может, там какие-нибудь трупы есть. Так. Получается, крыша вот лежит. Так, мне нужно сразу сейчас вот пойти так, ту жестянку. Так, это дверь железная, нифига себе. Наверное, жители пытались как-то защититься, но без толку все. Так, и раз, и два, опа! Ё-моё, какой ужас тут. Да уж. Так, и ну, я думаю, что, естественно, его ударила вот эта вот планка вот по голове. Ну и, конечно, все это кончилось летальным исходом. Потому что эта планка весит, наверное, тонны две, если не больше. Да, вот на стене кровь, на этой планке кровь. Получается, возможно, он его сначала вот так вот ударило, а потом он вот так вот. Оп. Да, конечно, очень страшно, ё-моё, жалко этот город. Да и вообще в последнее время стихии приборзели вообще. Вот недавно в Мелногорске торнадо был, сейчас землетрясение. До этого в Меланленде было наводнение, но оно было небольшое, там примерно 1/6 города разрушило. А сейчас вот такое вот землетрясение, которое, получается, поселок городского типа, можно сказать, деревню полностью всю разрушило. Страшно это все, конечно, страшно. Жалко жителей, жалко эту деревушку, но что поделать. От таких бедствий никто не застрахован.